Это Тарантино, да? Наши отношения напоминают игру в шахматы, где каждый делает ход не по правилам, потом добавляет на доску какие-то новые, свои, тайком принесенные из дома фигурки, и никто уже из нас даже не уверен, что это шахматы. Наши отношения похожи на химию, где мы, повернувшись друг к другу спиной, незаметно подбрасываем друг другу те или иные элементы, надеясь получить нужную реакцию, и злимся, что реакция опять не та, ты хочешь так, я по-другому, и оба недовольны. Наши отношения похожи на торги, где мы идем на уступки, набиваем цены, и вдруг аукцион, гаражные распродажи и полная ликвидация. Где мы расходимся по домам уже в ночи, и вроде бы каждый доволен тем, что унес, но вроде и не очень. Наши отношения похожи на новые заболевания с огромным количеством постоянно меняющихся симптомов, и никто из нас не успевает дойти до врача или вызвать скорую, потому что все симптомы могут исчезнуть в один миг и появиться так же внезапно, как исчезли один или все сразу. Наши отношения похожи на фехтование. Иногда искусно, иногда опасно, но по большей части мы просто стоим друг против друга, ковыряя шпагой землю и снова до сведенных скул пытаемся договориться. Иногда ты так злишься, что швыряешь свою шпагу об стену, я привыкла, я иду за новой, и мы снова разговариваем. Удивительно, что обоим это по-прежнему зачем-то нужно, я четко вижу зачем, но из разу к разу не могу тебе донести. И горько так видеть, как что-то самое важное необратимо рушится между нами, не выдерживая собственного веса. Удивительно, что мы до сих пор не захлебнулись этой пылью, и никого из нас не накрыло трухлявой балкой. Я все пытаюсь увести тебя отсюда, а ты упираешься и продолжаешь задавать мне вопросы. Я бы просто хотела упасть с тобой на любую горизонтальную поверхность и проспать трое суток, уткнувшись носом в твою молочную ключицу, которую Бог зачем-то спрятал от меня в твой черный, как деготь, свитер.